Ну что, Робинсон, раз их приветствую, мы продолжаем проходить метро 2033 Редукс. Да, увидел, что вам зашла, да, предыдущая серия, поэтому их будет, наверное, почаще серии по данной игре. Вот. В прошлой серии мы просто с вами посмотрели, что да как, поэтому. Хорошо. Там будет в первом верхнем углу подсказочка, да, на, собственно, предыдущую серию и на плейлист, собственно, да. Плейлист уже создан для этой игры, для прохождения, поэтому вот. Вот, можете добавить себе, если вам, конечно, интересно. Вот, поэтому, Саша, подумай, надо давать плитику и затем, блядь, пить, кушать, прям чипитика в пить или пить воды, прямо просмотр, а мы, собственно... Мясо на шашлык, свежее, нежирное, пальчики оближи. Сейчас, мужик, подожди, весна настанет, будет шашлык сделан 100%. Вот, приятного просмотра. А мы, собственно, продолжаем проходить данную игру. На моем пути Рижская была только первой остановкой. Но дальше я должен был идти один. Перед тем, как расстаться, мы выпили за то, что остались в живых. Говорят, водка делает храбрее. Но мне было все так же страшно. Зато я нашел нового попутчика. Поначалу он мне очень не понравился. Так. О! Ладно, мужики, давайте выпьем за нашего Артема, которому ни чудище, ни аномалии ни почем. За Артема! За кого нам пить-то? За тебя только. Спасибо. За вас тоже. Черт, если бы не ты, пацан, от нас бы мокрого пятна не осталось. Тебе впору медаль дать. Медали нет, но есть патроны. Держи. За тебя! Давай, Тёмка, за тебя. Да давайте за вас, чё вы, что же. А это тут каждый достоин. Блин, ты чё, правда непробиваемый для аномалий? Посмотрим, непробиваемый ли он для водяры. Добрый вечер, мадам. Сейчас, подождите. Секундочку, подожди, Анжел, подожди, сейчас пойду. Да, давай. И твое тоже. Ну что, мужики, надо идти уже, да? За Анжелкой-то, понимаете? Спиртяжка, что надо. Ух! Так что там с вами произошло? Тоннели до проспекта Мира закрыты. Значит, на базар мне не попасть. Такая скидка. Куда она ушла? Куда она ушла? Сейчас, секунду. Это Артём нас спас. Что ты сейчас выдержал? Остался на ногах. У меня лучше. Что это было, заметка 1, Рижская? Что это было? Какие-то странные тени, чьи-то голоса, шепот, плач, неслышные. До сих пор продолжаешь звучать в моей голове. Есть метро туннели, про которые ходят жуткие легенды, но я ничего подобного прежде не слышал. И надеюсь, больше не услышу никогда. Нам не сказано, повезло, что мы выбрались оттуда живыми. А нам не сказано, повезло, что мы выбрались оттуда живыми. Хорошо. Так, мужики, ничего у вас. Черт, не знаю даже, как мы добрались сюда. Никто ничего не видел. За Артема. Что это? У меня лучшая дурь на три станции вокруг. Потому что больше тут никто не торгует. Обсуждаем, блядь. Обсуждаем, блядь. Я выпучу свою залупу, дай поиграть. Ладно, слушай. Опа! Вали отсюда!
тут ты накосячил. Вот это сейчас хорошо. Это песня моей юности. Гости из... Ну, я же знаю, что включать его. Даже не думай возвращаться. А песня хорошая. Хуйня у тебя музыка, блядь. И бар у тебя говно, блядь. Не вернусь больше никогда сюда, блядь. Где Анжелка-то? Подожди. Где Анжелка? Мужики. Где Анжела, блядь? Опа, нихуя себе. Надо закрыть дверь, не судьба тебе, блядь? Или ее здесь нет вообще, блядь? Ну, вроде рамка есть. Хватит торчать тут. Только под ногами путаешься. Ты чё, блядь? Ты знаешь, кто я, нахуй? Видишь, написано, это я, блядь. Не пизди здесь. Где Анжелка-то? Подожди-ка, блядь. Анжелочка, ты где? Анжелочка. Бля, я нихуя не вижу, если честно. Ну, тут нихуя нету. Анжелочка. Так, это оружейно, хорошо. Анжела. Опа. Опа. Закрыто. Блядь, позакрывали нахуй. Че, у вас какие-то секреты, что ли, от меня есть? Или что, я не пойму, блядь. У вас какие-то, блядь, от меня секреты или что, блядь? О, книга метода 2033. Нормальная отсылка. О. Ну что, готовы? Ща. Я, честно, не готов вообще. Ну давай. Вот сел. Ты че, уебать? Ну чё, кто со мной забьется, что он все? Да хоть пол. Смотри, забей. Давай, мужик, ради тебя. Мне половину дашь. А, видишь, попался? Ну, раз дураку везет. Еще попадет. Так как нехуй, смотри, сейчас все разобью, блядь. Бля, ну лучше. Ты чё, обурел? Попал. Ну, вообще. Смотри тут. Ладно я, это же интересно. Ну ё-моё, снайпер, блин. Видал, Миндал, ещё попал? Ты какой, а сейчас точно ему занёс. Ха-ха-ха, готов первак. Вот это я встрял. Ну шо, всё, блядь. Давай, ёпта. Давай, ты, блядь. Всё, ушли патрончики. Какие патрончики, я всё разбил уже, ебалай, у вас бутылок больше нет. Мужик, под... А, ладно. Мужики, ёбану, вы не знаете, где, куда Анжела-то ушла? Такая прям, ну, вы видели, да? Нихуя себе, да. Так, ребят, держите. Здесь просто слишком много читать, чтобы, ну, серию, так скажем, не затягивать, да, чисто прочтением. Хотя, если вам интересно, я готов прочитать. Подожди, а где Анжела-то? А Анжелочка где? Она съебала, блядь. Иди ты нахуй, блядь. Ёбается он мне еще, блядь, будет. Знаешь, кто я вообще? А кто ты? Так, ну давай, ладно, вооружение ждем. Налетай, разбирай. А, это тюнинги. Давай тюнинг. Оптика. А, нихуя, блядь, сколько? А шо так дорого, ты, блядь? 60, ну ты ебанулся ж. Не, ну ты, блядь, мальчик, ты вообще ебанутый совсем, да, блядь? 83. Ну я лучше бы вот эту тему взял. 83, блядь, 68. Не, тюнинг. Ну, блядь, охуенно, чё. 45, блядь, 37. Пиздец, у меня всего 79, блядь, под этих патрончиков. Не, мужик, ну, я, конечно, вот... Не, подожди. Я, конечно, вот это может... Оптика, ствол. Давай лучше ствол. Повышает точность огня на средних и дальних дистанциях. Повышает вес оружия. Делает его более громоздким. Да и как похуй. Газ пламени значительно снижает шум выстрела. Несколько повышает скучность, снижает скорость пуль, из-за чего убойная сила на расстоянии падает.
Бля, ну 67, ёбаный. А это вот что? Цевьё и приклад превращается пистолет в короткоствольный карабин. Значительно уменьшает дачу при выстреле, увеличивает точность огна. Огна, блядь. Не, ну это... Ребят, ну вот... Знаете, вот это ну все. Да-да. О, салам алейкум. Первая помощь. Дополнительно. Разносит цель в клочья. Баба! Нет человека и нет проблемы. Опа, а вот это мне очень нужно. Вот бы, блядь, продолжил бы что-нибудь нормально. Продолжил бы что-нибудь нормально, было бы неплохо. Аптечки, блин. Давай, вогнали. Шо? Вот сюда. Скидки, бля, 61, прикинь. Благодарим за покупку. Да давай, давай, пока. Так, собственно, что у нас здесь? Тут ничего, собственно. Ладно, погнали дальше. Крутяк! Вы правда прямо на дрезине сюда приехали? Да. Представляешь? Сейчас, подожди, подожди. Я бы тоже хотел на ней покататься. А, здесь мы... один патрончик, а? Ты Артём? Да. Тебя тут ищет один человек. Вот там, в руке. Где если там? Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Мальчик, отстань. Ферма. Ну как хочешь, ищи сам тогда. Дяденька плохой, дяденька жлоб. Кто жлоб-то, малой? Жадина. Жадина. Самое страшное со мной на Севастопольской случилось. Я даже и до станции-то на самом деле не дошел. Как испугался, то бежал оттуда со всех... Если дашь мне пульку, я тебя к нему отведу. Нет, не дам. А можно хоть что-то, чтобы плохой. Было видно? Алло, можно хоть что-то? А... Дяденька плохой. Дяденька жлоб. Блять, а почему здесь нихуя не видно мне, блять? Бля, пизда, там вообще какой-то хоррор ебашь, прикиньте. Так. Мужики. А, ну let's go, значит, не здесь. Его наколка, точно его. Последняя мне от него. Пощечина. За трусость. Костя, пойдем. Я не хочу это слушать. Я помню, что в любом случае нам нужно куда-то... А, вот сюда. Я помню, что где-то... А. Господи Иисусе! Я помню, что нам куда-то с вами вот сюда бежать. Вы скажете, что еще? Я еще вот эти патроны, они очень ценные, ребят. Надо найти ключ. Что вообще, блядь? Ебать. Понимаешь. Пускайте под напряжением не открывать. Хорошо, блядь, не будем. О! Опа! Сюда, нахуй. Не зря ходил здесь. Ладно, нам, собственно, с вами, знаете, куда вроде как? Как я помню. По крайней мере. Нам то ли вот сюда, то ли туда наверх. Скорее всего, наверх. На. Открой!
Значит, нам туда с вами наверх, собственно. Вон туда. Кажется, как-то пробраться. Ну, вот же лестница есть. Если я не ошибаюсь. Лестница еще другая. Подойди-ка. Ты да. Артем, да? Садись. Подожди-ка. Заметка 3. Есть в метро поговорка. Нет хуже товарища, чем случайный попутчик. Да больше положиться не на кого. Странный тип этот Бурбон. На что я ему сдался? Видно же с первого раза. Он эти туннели знает нас бок. Вслепую пройдет. Сказали ему, что на меня муть не действует. Он и поверил. Я сам не верю до сих пор, а он верит. Ладно, черт с ним. Доведет меня до проспекта Мира, не попытавшись прикончить потихоньку в темном угольке. И на том спасибо. Давай, блядь, поговорим. Меня тут все Бурбоном зовут, и ты можешь звать. Слушай, пацанчик, у меня дельце есть на Сухаревской, а эта гребаная станция закрыта. Но меня так просто не закрыть, много кто пытался. Короче, тут есть один проход. Местные боятся его использовать, называют проклятым. Но я слышал, что вся эта муть в туннелях на тебя не действует, да? Ну, значит, тебе и проклятый ход нипочем. Короче, помоги мне добраться до Сухаревской, а я тебе калаш за это. Договорились? Ну и ладушки. А это я тебе аванс. Тебе на дорожку отовариться. Ну чё, готов? Да нечего сидеть в этом навозе. Вшей кормить можно и в более гламурных местах. Ты, конечно, ничего не ответил, но ладно, бля. Плюс 12. Добрый вечер. Ну погнали, чё, погнали. Вот можешь побыстрее, пожалуйста. Давай еще вот так там посмотришь, блядь. Куда что. Мы будем идти или нет? Алло. Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери зла немерено. На-на-на-на-на, сердце мертвый грустно. Искусство живет вечно. Согласен. Какой-то типочек такой, знаете, стрёмненький. Не доверяю к нему. Самая лестная характеристика, которую можно было дать Бурбону, подозрительный тип. Идти с ним вместе в заброшенный тоннель было глупо, говорил я себе. Но что мне оставалось? Другого пути с Рижской не было. Тоже верно. Отлично, вырвались. Ну теперь гляди в оба, пацанчик. Это тебе не на дрезине кататься. В этом туннеле куча серьезных мужиков полегла. Но если будем друг друга прикрывать, то... О, как переключить? Как переключить-то, блядь? О, да. Поехали. Чё за... А, это просто кикинги. Они на отряды не нападают никогда. Но вот если ты один идешь, остерегайся. Ебать.
От земли, что ли, идет? Или это ветер? Слышишь, слыхал истории про поющие трубы? Говорят, если приложить ухо к трубам и прислушиваться, можно чисто услышать голоса мертвецов. Правда? Херня, правда. И ты нахуй, ебаный, блин. Ты не ту хотел. Погнали. Дай посмотрю сначала. Клавиатура. Херня, правда? Ты чё живая ещё, блядь? Мразота ебаная, блядь. Что, блядь? Давай нахуй не будем, блядь. Грибочки, блядь. Охуенно. Прям где-то здесь слышу. А вот, наверное, здесь дырах. Там какая-то хуйня сейчас была, нет? Я вас слышу, блядь. Нельзя было на эти наступать, что ли? Все, понял. Все, понял, блядь. Сейчас. Быстренько с вами это сделаем, смотри. Проверяй. Давай, ебала. Ой, блядь. Ну ты, блядь, смеешься, нахуй. Ну, в принципе, больше здесь нихуя нет. Теперь же. Хуй знает, короче. Это будет как будто проверено, знаете. Ладно, погнали отсюда, короче. Что-то здесь делать больше них. Опа. Это будет не лишним вам.
Поехали. Нет, просто говорю, здесь вот эти патроны, которые, видите, мы собираем. С таким слитком золотом. Они очень нужны. Очень нужны. Не сверх, блядь, нужны эти патроны. Без них здесь вообще никуда, то есть. Вот дерьмо. Это ж челноки из каравана. Все жмуры. Узнаю почерк Третьяковских, а Ганза все грозится с ними покончить. Ха. Так, теперь будь нас... А это шухер у них такой. Ну, типа система тревоги. Древняя как мир и простая как сатиновые трусы. Ну, работа. Смотри, не задень банки. Ну ебан... Не могу пройти. Да банки не задену эти, мужик, слушай. Ты уже, я хотя сказал, это уже давно, как будто бы, да? Но я только сейчас решил ответить тебе. По ключке. Да под ноги смотри, тебя любой шум выдаст. Опачки! А это у нас растяжечка. Ха-ха, железная маза избавится от слепых и от безбашенных. Знаешь, что делать? Атас, братаны! Ёбля! Откуда? А, я понял. Ну, они сами, наверное, справятся, да, я думаю. Даже забыл, ну ладно. Братва! Суки, братва! Ну чел чисто сел, блять. Я пока просто полутаю здесь. Нормально, да, так? А, не могу, ладно. Добрый вечер. А что это значит? С добрым утром просто. Ну, пусть тогда сам хули, блядь. Кажись, попал. Блин, только по тебе, блядь. У нас две аптечки с вами осталось. Это тоже на вес золота, ребята. Не забываем про это. Здесь сразу ничего не будет такого, да? Видимо, нет.
О, так, но здесь нет ничего, собственно, такого. Сейчас, погодь. Мост чисто стрёмное место, пацанчик. Вот тебе план. Я тебя крою, а ты гляди за мной. Будем идти вместе, справимся. И не выделывайся там, мне еще жить охота. Держите, ребят. Бан нахуй. Пошел. Ой, мужик, ну он твой. Так, сейчас скриншотик сделаем с вами. Почему бы нет? Нахуя на чё? Давай, 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 ну давай! Бан нахуй. Чё мы с фонариком, блядь? А, он выключенный был. Нормально всё, блядь? Это боевая дрезина Ганзы. Ищу братву. Ага. И что нам делать с тобой? Я случайно, не обижаюсь. Ты нахуй. Не похуй этого здания. Там что-то есть явно, блядь. Тот же самый дробаш, только на вот это возьму, прям попизжить как будто, знаешь.
Обрушение тоннеля, мать его. И такая лестничка красивая рядом. Засада зубам. Ну и хрен бы с ним. За мной! Да, может, ты сам, блин, хорошо? Пока что изи, ребят, пока что нам... Нихуя ты знаешь прохода, а нельзя было сразу? То есть, чтобы нам тут не стреляться, блядь, нет? Нормально вообще, блядь. Пошли, блядь. Бля, куда он съебался, блядь? Себастьян взял, сделал, блядь. Нормально, блядь. Бросил, то есть, да, блядь. Сам говорит, да, по одному не ходить, блядь, да, по одному не ходить. И сам ходит. Нормально, блядь. То есть получается уже это. Какая-то хуйня, честно слово. Па. Вот это мне. А вот у него лежит, бля, видишь? А, нахуй стоп. Чё? А, ещё без перчаток мы ходим. Нормально, главный герой без перчаток. А чёрт, как будто нам упырей не хватало. Теперь ещё и это кладбище. Артём, слышишь, ты пошарь там по жмурам, может найдёшь чего, и двинем. Что, блядь, флешбэк, что ли? Чё за нахуй, блядь? Ты шо? Что это за хрень со мной была? Не знаю, мужик, вот хуйня. Ты слышал это? Да. Ну и песня. Слаще Владимирского Централа. Ну не говори, блядь. Не говори, блядь. Вот там что-то делал, приятности всякие. Нахуй не буду рисковать в пизду. Так, что у нас тут? Я же не могу. Нет, не могу. Не могу, к сожалению. Ладно. О-о-о.
Ну вот и проспект Мира. Ты, главное, рта не раскрывай, папочка все сделает. Да, вот. Я думаю, сейчас полчаса еще будешь открывать эту хуйню. Люди, братва, откройте, прошу, не дайте помереть страшной смертью. Ну, поехали, блядь. Вы что, оглохли? Нас тут сожрут сейчас! Ублюдки, кого вы за собой притащили? Упырей! Семен, заводи дрезину, спасем этих полутрупов. Артем, держись! Нам сегодня карта прет! Бля, у меня пусто! О! Рожу отменяю, в натуре! Во-во-во, хуйня, смотри, ползет. Прикройте, братаны! Отстань! Бля, ребят, вы ебанулись! Бля, ну это жестко, если честно. Ладно, давай сейчас. Кого вы за собой притащили? Упыри! Давайте снимать видеоглаз. Семен, заводи дрезину. Спасем этих полутруп. Артем, держись! Нам сегодня карта прет! Поехали. Давайте, пидоры ебаные. Плюс один. Да иди ты нахуй! Мужик, ты сейчас, блядь, не прикрываешь. Должен прикрыть. Мне тоже, брат. Уже призаряжать, Блять, принимай! Принимай! О! Да иди ты нахуй! У меня же граната есть, точно. Забыл про это. Поехали. Семен, заводи дрезину. Спасем этих полутрупов. Артём, держись! Нам сегодня карта прёт! Вон, вижу, хуйня лезет. Да, мужик, может, ты будешь здесь стоять? Нет, блядь? Семь банутых или что, блядь? Ёма, масли... Подожди-ка. А чё у меня не кидается оно? А чё он не кидается, блядь? Кого вы за собой притащили? Упыри! Семён, заводи дрезину. Спасём этих полутрупов. Артём! Нам сегодня карта прёт! Сюда нахуй. Поехали. Ну ты еблан, ты будешь попадать хоть раз, блядь, в этой жизни, блядь? Или что, блядь? Да, мужик, ты, блядь, не прикрывать должен, ебанутый, блядь. Блядь, да ты ебала! Бля, у меня такой конченый нахуй союзник. Говорю тебе, вообще ебанлай, блядь. Все пули спускают, блядь, вдаль нахуй из дробовика, блядь. И потом перезаряжается. Это вообще похуй ему, блядь. Артём, держись! Нам сегодня карта прёт! Блядь.
Ты серьезно, блядь? Поехали, еще одну закидываем. Давай. Успел. Перезаряжает, блядь. Ебанько, что ли? Слушайте его, эти ребята вообще юмора не понимают. Ты ж конченый, блядь. Какая встреча! Может быть, это обман зрения? Нет, это бурбон. Собственные персоны. А я уж и не надеялся, что свидимся. Семен, смотри, как только пришел. Вот хрень, мы вляпались, пацанчик. Михалыч, какая встреча, а я как раз к тебе лыжи мыл. Слышали, мужики? Накрывайте на стол с бурбоном. Так бурбон хочет, пожалуйста. Бурбон, ты только не нервничай, никуда не уходи. Мы сейчас закончим с этой мелюзгой, а потом обойдемся к бурбону. Он мне не отдать. Да помню, помню. Уверен? А то могу и напомнить, если что. Что, блядь? Бля. Видите, ключик не забрал, и все, блядь. А он там был. Заметка 2. Заброшенные туннели. Нет, эти туннели прокляты. Что-то происходит в них. Эти голоса. Может быть, они только кажутся нам, но я не уверен. Если бы нас вовремя не вытащили оттуда, мы бы остались там навсегда. Так случилось, что я спас Бурбона, чужого мне человека, а кто-то другой, кому я сам чужой, спас меня. Мы привыкли не доверять другим людям, но если мы будем сражаться поодиночке, мы станем легкой добычей для чудовищ. И все же... Не знаю, кого я боюсь больше. Вот так вот, ребята. Вот так вот. А, ну здесь, может, где-то здесь? Может, что-то есть? А, ну надо. Пошли посмотрим. Может, здесь что-то реально есть. Какой-то ключик. Бля, мне нужен ключик. Дай мне ключик, пожалуйста. Здесь в этих трубах здесь ничего. О, какой-то. А, нет, не то. Да, ну здесь нет ключа, ну ладно, хер с ним. Отсейф, просто там лут хороший, реально дают. Натуре. Натуре клевый, натуре жесткий дают. О, лут. Добрый вечер. А что это значит? Здесь больше ничего точно нету. Есть. Поэтому, видите, в этих таких играх нужно, ребят, все тщательно осматривать. Все прям осматривать. Осуждаем только. Здесь сейф.
Ключик у меня от него, конечно же, нету. Это очень жалко. Вы скажите, помните, там где было много этих? Хотя, может, он где-то... Ой, блядь. Есть. Опа, наебался всему чуть-чуть. Да не рычи ты, ебаный, блять. Рычи ты, блять, рычи. Стеклышко, это нам не нужно. Ну блин, здесь в принципе ничего такого да и нету. Блин, вот было бы прикольно, да, открыть сейф. Было бы неплохо. Ну ладно. Куда наверх? Я на где-то здесь был. Можно, конечно, сейчас туда. Можно, конечно, сейчас туда сбегать. Попробовать, да? Вон, видите, ключ. Здесь нужно прям жестко по... А, хотя нет, не прям жестко паркуюсь. Езжу я. Ой-ой-ой, блядь. Как мне обратно возвращаться? О, оторвалась как раз. Вот теперь мы можем открыть сами сейф-то. Вот, блядь, в прошлый раз поленился пойти. Сейчас пошел. Так. Ну, let's go, чё. Ща, погодите. Просто это, ребята, в таких играх, это как реально в Tomb Raider. Там, блин, ресурс очень важный. Очень важный. Тут тоже очень важен ресурс, патроны, аптечки, потому что видите, как они носят, какой дамаг эти чудовища. Ну, они сами называются чудовищ. Как они носят, блядь, дамаг жесткий. Ну вот. Опа. Ну, блин. Все, let's go. На 8:40 еще у нас с вами. Все, let's go. А, что он стоит так? Странно очень. Никогда прежде я не видел такого базара. На нем можно было купить вообще все, что угодно. Жаль, Бурбон задолжал денег солдатам Ганзы и не хотел задерживаться. Будь я проклят. Это ж Бурбон. Эй, ребята, а ну-ка обыщите их. Так, братан, что пытаешься протащить на сей раз? И что с тобой за пацан? Слышишь, начальник, а может, все так утрясем? Конечно, пойдем поболтаем. А вы присматривайте за этим. Давайте-ка вот это с вами соберем. Вот, держите, ребят, кому нужно. Кому интересно, почитайте. Думаю, в принципе, все на этом. Да, серика так длинно получилась. Спасибо за просмотр. Такая серика была. Очень интересно, да, очень классно. Но я думаю, мы через серии 2, наверное. 3, может быть. Но я думаю, 2. Уже выберемся из метро. Вот, и дойдем до того момента, где как раз я остановился, когда проходил сам эту игру.
Вот, я повторюсь, я не полностью проходил. Проходил я оригинал вроде, да, который, ну, такой старый-старый прям, да, вот. Его я проходил полностью. Вот, а это ремейк получается. Это получается ремейк, и его я проходил чуть-чуть, только чуть-чуть. Вот, поэтому спасибо за просмотр, такая серия была. Лайк, подписка, тебе не сложно, неприятно, спасибо заранее, кто это делает, это очень огромная поддержка мне от вас. Вот, в принципе, все, увидимся в следующих сериях, давайте.